Привет-привет, Козероги! Меня зовут Мустафина Ирина, и это ваш Таро расклад на сентябрь месяц. На колоде Таро мы посмотрим с вами такие сферы, как здоровье, карьера, финансы и любовь. А также на оракуле Ленорман возьмем совет для вас. Итак, смотрим первую сферу – здоровье. Королева жезлов. В сентябре месяце у вас появится больше выносливости. Возможно, кто-то из вас решит уделить время хорошей физической подготовке. Вы будете обладать крепким иммунитетом. У вас нет причин беспокоиться ни о физическом, ни о ментальном здоровье. И можно наслаждаться прекрасным самочувствием, энергией и бодростью. Кстати, смотрите по вашим основным трем знакам зодиака, по солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Так вы будете видеть более четкую и ясную картину происходящего. И, конечно же, будете получать больше подсказок судьбы. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и луны в вашей натальной карте. Двигаемся дальше, и у нас сфера работы и карьеры. Карта «Восьмерка жезлов». Вероятнее всего, в сентябре вас ждет карьерный рост и повышение зарплаты. В профессиональном плане вы будете на подъеме, чувствовать себя энергичными и будете трудиться для достижения цели. Для кого-то в сентябре могут возникнуть необходимость какой-то экстренной командировки. Ну и смотрим следующую тему – финансы. Тройка мечей. Что ж, вас могут ожидать в сентябре какие-то незапланированные траты, может быть, какие-то долги по счетам, с которыми будет казаться, что просто нереально расплатиться. Не следует ожидать финансовой стабильности при таком шатком положении. И уж точно не стоит планировать дополнительные траты или сомнительные схемы обогащения. Все это вгонит еще в большую яму, оставив вас ни с чем. Лучше направьте свое внимание на поиски новых источников дохода. Попробуйте реализовать свои какие-то идеи, которые в прошлом не принесли результатов, на которые вы рассчитывали. Возможно, что сейчас как раз у вас все получится. Если вы хотите получить ответы на личные вопросы и узнать, что ждет только вас и как использовать эти знания, закажите индивидуальный прогноз. Пишите в WhatsApp или Telegram, хочу узнать больше о прогнозах. И я пришлю вам информацию об этой услуге. А теперь посмотрим карту на отношения и любовь. Карта Шут. Хороший знак, указывающий на то, что ваши мечты в отношениях и любви будут исполнены. Здесь главное следовать своей интуиции, прислушиваться к ней. Ловите момент, когда придет магия с партнером, и вы интуитивно откроете ему свою душу. А ваша искренность не останется незамеченной и будет вам счастье. Вы получите новый уровень отношений, интимных в том числе. Карта учит жить сегодняшним днем, и в этом дне прелесть любовных отношений следует использовать по максимуму. Вам может это показаться легкомысленным, отбросьте сомнения. Еще Шут лишен правил и запретов, поэтому забудьте о правилах и предрассудках, слушайте себя и свой внутренний голос. Сюрпризы в любви возможны, если вы будете смелыми и готовы рискнуть. Тогда новые горизонты любовных отношений не заставят вас ждать. Друзья, напоминаю вам, что каждую последнюю субботу месяца я провожу бесплатные эфиры в Телеграм-канале. Там мы с вами общаемся, гадаем, и я отвечаю на ваши вопросы. Так что переходите в Телеграм, подписывайтесь и жду вас в субботу, 31 августа в 19:00 на эфире. Если у вас уже есть ко мне какие-то вопросы, пишите, я выберу самые интересные и в начале эфира буду на них отвечать. Что ж, а мы посмотрим подсказку, совет вам на этот месяц от оракула Ленорман. Собака, в сентябре старайтесь прислушиваться к своей совести, не заглушайте ее голос. Будьте добры к людям и осознавайте свои ошибки. Когда общаетесь с окружающими, не доверяйте своей тайны, охраняйте свое сердце от злых людей.
Доверять можно только проверенным друзьям. Успех же ожидает только тех, кто действует вдумчиво, а не те, кто пытается солгать или завоевать обманным путем доверие. Если вы будете чуткими, то это поможет вам завоевать новых друзей и окружить себя добрыми людьми. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Я буду рада видеть ваши комментарии и предложения для тем будущих Таро раскладов. Мне действительно очень приятна ваша обратная связь. Не забывайте подписываться на этот канал. Впереди еще очень много интересного. На этом у меня все. Благодарю вас за просмотры, лайки и пожелания к этому видео. И до новых встреч. Пока-пока.